Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Всегда выходят свежие видео каждый день по несколько штук, и всегда новая тема. Обзоры техники, обзоры товаров в магазине, ивентов, коробок, рулеток и всего остального. Короче говоря, все-все-все, что касается World of Tanks Blitz, вы можете найти у меня на канале. Поэтому подписывайтесь на него прямо сейчас. А в этом коротком видео мы говорим о бонус-коде к 8 марта, ну и, соответственно, как его ввести. Итак, что касается порядка введения бонус-кода и почему я решил поднять эту тему сейчас. Дело в том, что поползли слухи о том, что завтра, 8 марта, возможно, будет бонус-код для ограниченного количества введений. Ну и, соответственно, надо быть одним из первых, кто этот бонус-код себе введет и получит какую-нибудь халявку от Wargaming. Если, конечно, такой бонус-код будет. Так или иначе, я думаю, необходимо знать, как вводить бонус-коды оперативно. Если вы играете с телефоном, то здесь в настройках, в разделе «Общее», ниже вот этого всего списка у вас будет ввести бонус-код. Нет ничего проще. Нажимаете, вбиваете туда полученный бонус-код в том формате, в том виде, в котором вы его получили. Ну и, соответственно, дожидаетесь его активации. Но что делать, если вы играете через Wargaming Game Center, как это делаю я, и как вы видите, здесь такой клавиши нет. Именно таким игрокам, в принципе, и будет полезно данное видео. Для того, чтобы попасть на страницу введения бонус-кода, вам необходимо сделать следующее. Вы нажимаете на клавишу «Поддержка». Когда вы на нее нажали, вы попадаете на вот эту страницу в вашем браузере. После того, как вы сюда попали, вам, во-первых, необходимо убедиться в том, что вы авторизированы, то есть вы зашли под своим никнеймом, вы видите его в правом верхнем углу. Если вы не авторизировались, ничего страшного, идем дальше, авторизируемся чуть позже. Выбираете раздел «Игры» в левом верхнем углу, выбираете World of Tanks Blitz, нажимаете «Сайт игры». Когда попадаете на сайт игры, вот здесь уже имеет смысл авторизироваться, нажать клавишу «Войти». Ну и, соответственно, когда вы пошли авторизацию, а если вы изначально были авторизированы, то просто нажимаете на свой игровой никнейм, и здесь у вас появляется «Активировать код Wargaming». Нажимаете на данную ссылку, ну и, соответственно, сюда уже вбиваете тот бонус-код, который вы получили. Суммарно бывают бонус-коды двух типов. Однословные, то есть когда несколько слов или одно слово являются одним словом. Не знаю, как это правильно объяснить, но вот, допустим, вот это вот, это старый бонус-код. Не знаю, рабочий он на сегодняшний день или нет, но на его примере покажу. Вводите его в том формате, который был, вы можете получить, допустим, там образно бонус-код, который будет представлять собой вот такое вот что-то. Там, допустим, good shlorox, да, несколько слов в одном, поэтому не разбивайте на пробелы, вбиваете в том формате, в котором получили, ну и, соответственно, нажимаете «Активировать бонус-код». Стоит отметить, что бонус-коды бывают раздельные. И да, такие бывают. Эти бонус-коды предназначены в первую очередь для получения конкретного танка. И, как правило, выглядят они следующим образом. Вы будете видеть перед собой набор из 4 частей по 4 знака. Допустим, там вот как-то вот так, разделенные дефисом, вот как-то вот так, разделенные дефисом. Еще какая-то билиберда и, допустим, там условно что-то типа вот такого. И вот это вот все дело вам необходимо вводить в том формате, в котором вы это дело получали. Ну и, соответственно, ну, вот так вот, более божеский вид, 4 раздела по 4 знака или числа. Вот так вот вводите, ну и, соответственно, в нашем случае тренируемся на старом бонус-коде, нажимаете клавишу «Активировать код». После этого вам вылетает вот такое вот сообщение: код активирован, код Wargaming успешно применен. Ну и в целом, ребят, после этого вы можете вполне спокойно закрывать это диалоговое окно, оно вам уже не надо, ну и перезагружать свою игру, дожидаясь начисления того, что по данному бонус-коду полагается. Я очень надеюсь на то, что это короткое видео было полезным вам, и оно поможет вам вовремя ввести какой-либо бонус-код, как завтрашний, если он будет, так и любой другой из какого-нибудь стрима или вдруг увиденного где-то в каких-нибудь соцсетях. Стараюсь специально для вас, и если данное видео вам было полезным, или вы понимаете потенциальную полезность данного видео, даже несмотря на то, что вы
владели всей изложенной информацией, обязательно ставьте лайк данному видео и подписывайтесь на канал, потому что я стараюсь быть не только полезным, но и своевременным. И все новости высветляю, как только эти новости гремят в нашей игре. Пошел стараться дальше. Снимаю специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Ну а тому, кто сейчас скинул подписочку на канал, спасибо большое. Хоть я и не знаю, кто это был. Мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.